новая система безопасности выстраивается, но не в пользу России. Если произошло то, что их выдворят из ООН, выдворят это? Или... Нет, это означает, что ООН окончательно себя... Ну, не то, что изжила. Я работал в ООН. Мне как-то тяжело об этом говорить. Потому что там есть своя мифология, мифотворчество. ООН не создан для того, чтобы спасти человечество, дать впасть в ад, так сказать, конфликтов и войн. Но вот не удалось не дать впасть в ад конфликтов и войн. ООН не смогла предотвратить то, в общем, для чего была создана. Чтобы не допустить повторения вот этого ужаса. Через который прошла Европа во время Второй мировой войны. Трагедия заключается в том, что войну развязал постоянный член Совета Безопасности. Это означает, что вот эти механизмы обеспечения мира и безопасности, которые существуют на глобальном уровне, в ООН они не работают. Поэтому сохранять ООН в том же виде, в котором она существует, просто смысла нет. Да, ООН замечательно там справляется с другими какими-то задачами, гуманитарными, прочими, но по миру и безопасности есть вопрос. Поэтому то ли его надо перезагрузить ООН, то ли его распустить и заново учредить, но уже с учетом реалий.